Олимпийская чемпионка, фехтовальщица Ольга Харлан задекларировала доходы за 2014 год. За то, что она подает пример другим гражданам, ее поблагодарили в Государственной налоговой инспекции. Ольга подает декларацию о доходах уже третий год подряд. Как обычный гражданин, законопослушный гражданин, я обязана как бы это сделать. И для меня уже стало это, как говорится, доброй традицией приходить в налоговую инспекцию центрального района города Николаева и подавать декларацию. Ольга Харлан подала декларацию в электронном виде. Это стало возможно благодаря внедрению электронных сервисов в работе налоговой инспекции. Мы должны воспитывать в обществе культуру налоговую. То есть это люди должны декларировать свои доходы и платить налоги. Без этого не будет нашего государства. То есть это должно быть обязательно, это должно быть в сознании у людей. Кампания декларирования доходов граждан по неосновному месту работы закончилась 1 мая. Сотрудники налоговой инспекции напомнили о необходимости своевременной подачи деклараций. На сьогоднішній день у ДПІ у центральному районі міста Миколаєва подано 627 декларацій. Значить, із них це 433 громадянина, це ті, які повинні подати декларацію, і 194 громадянина, це ті громадяни, які скористались правом на податкову знижку. Сума податку на доходи з фізичних осіб, яку необхідно сплатити до бюджету, складає 2 мільйони 100 гривень. Наталія Паламарчук, Олег Хусаїнов, NMSN Digest.